Итак, 57, 76. 57, 76 номер объекта. И потом 76, 107, 110, 242 площадь, друзья, 1+1, 2+1 есть на продаже. Так что, друзья, я вам хочу сказать, как-то недвижимость, самый важный момент – это месторасположение, друзья. Месторасположение, еще раз, месторасположение, друзья. Так что сейчас отлично месторасположение здесь с вами. Давайте сначала закроем двери, чтобы нас никто не слышал. Так что 1+1 и 2+1 дублекс на продаже, друзья. Сразу это перехожая. С правой стороны вот такой длинный большой шкаф. Слева стороны. Домофон, потом теплые полы есть. Очень хорошо. Место расположения, очень хороший проект. Новый, совсем новый. Видите, еще грязь есть, еще пыль есть. Еще не закончил, только что сдан. И есть еще беспроцентная рассрочка. Если вам интересно, это центр Махмутлар, друзья, район Махмутлар, город Алания. Один балкон здесь, здесь маленький балкон. Я вам хочу показать. Большой балкон здесь, еще родительский санузел, вот здесь родительский санузел, давайте идем. Еще здесь детская комната, еще один общий санузел. И самое красивое, интересное место – это кухня, потому что мы больше времени проводим где? Кухни, друзья, кухни, зал. Вот это место и напротив балкон с видом на море. Это уже центр Махмутлар, в самом сердце Махмутлар, 100 метров до моря, друзья. Место расположения отлично. И проект тоже отлично. Очень хорошее качество построен. И новый, совсем новый, друзья. 57-76 номер объекта под видео. Есть ссылка, нажимайте эту ссылку, оттуда еще получаете более подробную информацию, друзья. Так что огромный большой проект и очень хорошо место расположения и богатая инфраструктура есть. Еще гараж здесь. Так что вот это вторая линия, друзья, улица Барбарос. Вот это улица Барбарос. Вот там есть торговый центр. Каждую субботу еще рядом здесь фермерский рынок. Натуральные овощи, фрукты продаются. Вот это все городская инфраструктура здесь рядом, друзья. Очень хорошо место расположения для сдачи, аренда, еще для себя очень хорошо. Вообще я вам хочу сказать, друзья, надо недвижимость больше купить именно здесь, в Алании, для себя, для своего здоровья, друзья. Это самое хорошее качество инвестиция себе, для своего здоровья, купить недвижимость, друзья. Потому что здесь для здоровья все есть. Вы здесь не будете болеть. Не болейте. Я от себя это знаю. Здесь не болейте. Потому что вот это солнце. Вот это солнце, вот это море, морской воздух, вот это натуральные овощи, фрукты, вот это горы, друзья. Все это ваше здоровье. Мы здесь местные люди, здесь очень-очень редко ходим к врачу. Потому что здесь погода, жизнь сам по себе врач. Здесь жить – это лечебный город. Вообще я Алания называю лечебный город, друзья. Поэтому уникальный город здесь, самый теплый точка в Турции. Это город Алания, друзья. Фабрика нету, экология чистая, никакой грязи нету, пляжи чистые. Все для человека. Город так построен,
все для человека. Поэтому, если вы недвижимость хотите купить, только для себя. В первую очередь о себе надо думать. Для себя покупайте, живите, наслаждайтесь, потому что один раз живем. Так что, друзья, если что, это проект красивый, хороший, мы это вам говорили. Под видео есть ссылка, нажимайте эту ссылку, оттуда получаете всю информацию, друзья. С вами был Асым, владелец компании Arbatons, друзья. Если прямой со мной хотите общаться, тоже под видео есть все контакты. Пишите, звоните, очень красивый день, жизнь кипит, жизнь идет, кипит, здесь жизнь кипит. Так что, всем удачи, друзья, из Турции, из Алании, из Махмутлара, всем большой привет, Россия, Казахстан. Кто на связи, напишите под видео, какая страна, какой город с нами, друзья, посмотрим. Давайте, удачи вам, пока.